Альянс Францез вступает в Новый год с большими планами. В год театра проведут сразу несколько конкурсов. Один из них – диктант на французском языке. Задание рассчитано на молодое поколение, тем, кому уже исполнилось 18, но нет еще 25. Заявку нужно подать до конца февраля, а уже 1 марта состоится региональный этап. Не менее 10 победителей будут поощрены поездкой в страну Сезанна и Пармезана этим летом. Конкурс проводится уже во второй раз. Диктовать его будет носитель языка, вот, и сразу же работы будут проверены, и будет определен победитель регионального этапа, который отправится в Москву. Все это будет происходить за счет французского института, то есть сам участник не будет оплачивать ни проезд, ни проживание в Москве. Те, кто давно мечтал познакомиться с французской кухней, смогут это сделать 21 марта на фестивале «Вкус Франции». Он вызвал интерес у жителей Самары еще в прошлом году. Сразу в нескольких ресторанах города будет приготовлен ужин во французском стиле. Нас приглашают для участия в каких-то акциях культурных, манифестациях проходящих. Ну и мы уже вносим здесь какой-то свои возможности, свое видение. 2018-й запомнился самарцам, возведенным французским художником Оливье Грастетом маяком на Самарской набережной. В этом году фестиваль «Волгофест» посетит одна из главных надежд французской поп-музыки – певица Фишбах. На «Волгофесте» совместно с Центром немецкого языка будет организован наш многонациональный павильон. И мы вас туда приглашаем. Самарский альянс «Францез» – это первый альянс в России. Он был открыт летом 2001 года лично президентом Франции Жаком Шираком. Всего в России существует 12 таких организаций, которые предлагают курсы французского для детей и взрослых, а также дают возможность пройти стажировку и принять участие в волонтерских проектах во Франции. Мария Елчан, Дмитрий Мешканцов, «События».